Эти ядовитые змеи обитают в Африке и на Ближнем Востоке. Обычно их называют кротовыми гадюками, шпильковыми змеями или зарывающимися гадюками. Насчитывается порядка 20 видов. Из-за образа их жизни часто называют подземными змеями, поскольку большую часть времени проводят под землей. Это маленькие змеи длиной около 30-40 см, но могут достигать 80 см. Они живут под землей, но выходят на поверхность ночью, особенно после сильного дождя. Часто падают в бассейны, а молодые особи могут быть принесены в дома кошками. Чем же так интересны эти змеи, которых часто путают с кротовым ужом? Большинство видов ограничены Африкой к югу от Сахары, где они встречаются в широком диапазоне местообитаний, от полупустынь до тропических лесов. Однако только два вида встречаются на Ближнем Востоке и в Аравии. Эти древние ядовитые змеи известны своей уникальной анатомией черепа и системой ввода яда, позволяющей им использовать один клык для укуса с закрытым ртом при боковом колющем движении. Различные герпетологи уже страдали от этого, что делало невозможным держать змей обычным способом за голову, не будучи укушенным. Большинство видов не особо ядовиты, чтобы они могли убить человека, но токсины могут привести к серьезному некрозу ткани. При несвоевременном лечении яд способен разрушать даже сердечные мышцы, поэтому специалисты предупреждают, что шпильковых змей не стоит недооценивать. Яд обладает мощным цитотоксическим действием, вызывая сильную боль, отек, образование пузырей и некроз. Противоядия от этих змей нет. Были зафиксированы случаи, когда люди погибали от их укусов. Люди и домашние животные, которые были укушены, обычно выздоравливают, хотя некоторые из них могут получить неизлечимые травмы, если не получат немедленного и правильного лечения. Шпильковые змеи, если они чувствуют угрозу, выгибают шею кверху, так, чтобы их голова находилась на земле. Они двигаются судорожно, размахивая головой из стороны в сторону. Так они наносят удары, поскольку их клыки выступают изо рта. После мозамбикской кобры и шумящей гадюки на шпильковую змею приходится большинство серьезных укусов змей Южной Африки. Чтобы эффективно кусать в ограниченном пространстве в норах, змея имеет особенно длинные клыки, которые она может выдвигать независимо. Шпильковые змеи названы так из-за их очень больших полых подвижных клыков, расположенных в передней части рта, почти таких же кинжалов-стилетов, которые используют убийцы. Если схватить змею за голову, змея просто высовывает клык и поворачивает голову в сторону, чтобы нанести укус одним клыком. Яд этой змеи может привести к потере укушенного пальца. Поскольку противоядия нет, врачи могут лечить только боль, регидратировать пациента, а затем наблюдать несколько дней, чтобы увидеть, насколько обширны повреждения ткани. В статье, посвященной лечению укусов шпильковых змей, Килбери и Бранч предостерегают врачей от необходимости прибегать к хирургическому вмешательству в первые несколько дней после укуса и к удалению волдырей, так как раннее хирургическое вмешательство редко дает хороший результат. Нет никаких доказательств того, что раннее введение антибиотиков приносит пользу. Эту змею довольно сложно идентифицировать, и ее часто принимают за одну из безобидных змей. Есть несколько особенностей, на которые стоит обратить внимание. Тело и брюшко могут быть одного и того же цвета, от темно-коричневого до черноватого, но на многих участках тела от коричневого до черноватого, а живот белый. Находясь на поверхности, эта змея часто пытается сбежать, зарывшись головой в песок, в результате чего образуется арка, как показано на одной из фотографий. Они также склонны метаться из стороны в сторону, когда им угрожают. Есть еще одна важная особенность этой змеи – относительно короткий хвост с отчетливым шипом на конце. Змея может прижать острый шип к руке человека, который пытается ее удержать. Находясь в Африке, не стоит брать в руки ни одну змею темного цвета, поскольку они часто бывают ядовитыми. На этом все о шпильковых змеях. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока. Я бы всем посоветовал в случае укуса не геройствовать, а отправляться в больницу. Если вас укусила змея, обязательно обратитесь за помощью. Палец выглядит ужасно, но мне вообще повезло.